What is happiness for you? Было. А не будешь таким, он ты снимаешь, что актуально. Hello. Соломенный субстрат, материал стерилизованный. Да, вполне правда. Посуды.
Very good. Запах грибной. Very. Very good. Very. Спасибо. Не мешай так. Интенсивно не мешай. Трехнедельный генеративный. Мацилиум. Do you know what that? Мацилиум. Мацилиум это мицелий. В английском. Икра. Мацилиум. After sowing mycelium, you wash yourself, your rubber hand. Look at that, for example. Перед посадкой мицелия вымываем перчатки. Субстрат у нас стерилизованный довольно-таки плотно. Вот. Вероятность того, что будет хорошо перемыто, делаем вот таким образом. Лучше все-таки переводчик Google. И пакеты нарезаются перед самой посадкой из рукава. Это самый оправданный и рекомендованный способ вообще для посадки. То есть пакеты лучше всего нарезать из рукава. Кто-то делает там в мусорных пакетах, это все-таки вариации на свободную тему, но лучше всего это делать так, как нужно. Вот это изобретение. Если вы пользуетесь какими-то шнурками, оцените возможность быстро. Ну. Что, маленький? Кроун. Кроун гелинг. Это, по-моему, для королевской вешенки. Ну туда же не втыкай. Ну, вот эти. Те пакеты были это для королевской вешенки. Будем делать посадку по несерийной технологии немножко позже. Сейчас мы будем использовать пакеты для посева обыкновенной вешенки. Размер 40 на 80. Длина 80. Покажи стяжку, покажи. Prepare bags for sewing mycelium in the substrate. And after that, doing one make, one doing. Clean. If you have very activity mycelium, you may give, look at that, 400 grams, for example, 400 грамм. Мы даем, если у вас активный мицелий, можно давать его 5%, это будет достаточно на этот блок. В этом пакете 40 на 80 получается блок, в зависимости от набивки, 9,5 кг плюс-минус 200 грамм. Это 9,200-9,700. Это будет зависеть от набивки. Итак, сейчас внимательно делаем первую посадку. Есть в интернете одна очень неудачная публикация, которая дала вот такую вот ложную информацию относительно посева. Итак, внимательно. Не делайте никаких заворотов, не накатывайте вот это как носок. Нужно сделать вот так. Иногда можете видеть видео, вот я делаю вот такой получается. Шапочек. Да, презервативчик. Ну, вот.
Иногда делают вот ошибку, это не важно, этот блок уже какой там получится. Иногда делают вот такую ошибку, когда начинают вот это заворачивать вот таким вот образом, получается что? Получается, из внешней среды, в которой надувался этот пакет, он внутри является стерильным. Когда мы начинаем закатывать это по этой поверхности, у меня есть множество спор и инфекций. Если мы начинаем вот этот пакет внутренней стороной прокатывать по этой вещи, то велика вероятность того, что инфекция попадет внутрь. Значит, мы этого не делаем. Мы делаем вот такой вот носочек. И еще одна ошибка в этой публикации, которая там есть вот в интернете. Первым делом, когда внутрь делаем вот такой вот посев, идет 3. И дальше на это место насыпаем мицелию. В дальнейшем у вас из-за этого возникнут проблемы, потому что нижняя зона в этом пакете — это самое проблемное место. Та влага, которая будет оставаться в пакете, она будет садиться внутрь. И вот в самом нижнем месте тут возникает одна определенная проблема, что избыток влаги в этом месте, он будет давать загнивание. Если мы на дно этого пакета не даем мицелий, то скорее всего, что оно будет загнивать. И в дальнейшем у вас вроде блок сделан все правильно, а проблема будет или инфекция будет развиваться с самого низа. Для этого на дно, называем это простым словом, солим. Вот таким вот образом делаем. И техническая задача в процессе посева мицелия — максимально равномерно распределить порцию мицелия в объеме этого блока. Еще раз повторяю, максимально равномерно распределить порцию вот такого мицелия в объеме вот этого блока. Для этого кто-то там вот на видео там рекомендовал 3 жмени соломы и посев. У вас будет делаться слоеный бутерброд. В результате вот такие вот емкости не будут долго зарастать. Я фактически делаю очень быстро. И вот таким вот образом. Помедленно. Сразу после, помедленно, перед утрамбовкой добавляю мицелий. Теперь утрамбовка идет следующим образом. Не нужно камеру немножко так вот внутрь, вот сверху достать. Делаем вот таким образом, чтобы было видно руки. Немножко посолили. Теперь добавляем вот таким вот образом. Дальше, сейчас запотеет объектив. Посолили. Сейчас запотеет объектив. Дальше. Утрамбовку делаем вот следующим образом. Внимательно. Сейчас показываем. Утрамбовываем внешнюю сторону, чтобы она улеглась. То есть центральную часть даже не трогаем. В результате у нас получится то, что нам должно получиться. Рыхло насыпали. Посолили. Еще раз. Рыхло насыпали. Посолили. Еще раз. Рыхло насыпали. Посолили. И вот сейчас вот производим утрамбовку. Таким образом мицелий максимально равномерно распределяется в этом блоке, и это все зерно будет максимально равномерно давать нам рост, который должен быть в этом пакете. Так, что еще сюда нужно добавить? Да, разные носители бывают мицелии. Если это мицелий сделан на просе или на мелком зерне, то у вас получается в этом объеме очень большое количество. Но носитель проса, я скажу, ну не совсем согласен с некоторыми производителями. Это понятно, что проса в 3 раза меньше за мицелий, сделанный на пшеничном зерне. И в таком случае у нас получается большое количество самого вносимого материала, то есть точек роста у нас получается очень много. Если это, например, пшеница, особенно твердых сортов, она вообще огромная. То есть самого зерна у нас получается мало. И в таком случае нам нужно вот рассчитывать то, чтобы вот этой порции нам хватило на упаковку и утрамбовку вот этого одного блока. Ну ничего страшного, если с первого раза не получается вот сделать так, как нужно, то можно сделать несколько
пробных попыток, в результате где-то с 3-4 блока все получается очень правильно. И давайте сейчас вот мы сделаем этот блок уже до конца, там не будем уже повторяться с этим видео. Приблизительно 4 руки вот за упаковку, где-то приблизительно 550 килограмм такого субстрата можно сделать за 6 часов 4 руки. Это если вас интересует там фиксировка по времени, если вы пробуете взять или там нанять на работу запаковщиков, то приблизительно, чтобы вы понимали. В то же время нужно обращать внимание, что при выгрузке субстрата из, вот сейчас видим, он еще дымится, то есть температура этого субстрата довольно-таки высокая. Но со временем появляется одно такое чувство, когда вы ощущаете, какой температуры оно должно быть. И сейчас посмотрим. Вот, да, из этого субстрата выделяется влага, этого не должно быть. Поэтому для того, чтобы наш субстрат не сварился в этом пакете, мы собираем самые верхние вот эти материалы. Мы собираем их сверху. Ну, температуру. Ну, учитывая, если, что это холодные, да, холодная если пара. Если у вас нет еще понимания и ощущения, как это все должно быть, то используйте обыкновенный водяной термометр, который вы можете погрузить вот это место. И быстро да, остывает просто субстрат, когда холодные. Определить. Холодные. Да, как это все. Холодное время. Происходит. Так, давайте мы этот блок доделаем уже до конца. Вот видите, после каждого добавления немножко пересаливаем вот это все мицелием. Ну, солим, такое условное слово, потому что вот этот процесс более всего это напоминает. Скажите, пожалуйста, а когда делать дырки, прорези в блоке? Это тема отдельной публикации, которую мы в дальнейшем сделаем относительно того, когда уже будут готовы вот эти блоки, мы заложим какое-то пространство, и тогда мы сделаем видео относительно перфорации и расскажем там о тех вещах, как лучше делать перфорации, надрезы, дырки и все остальное односторонне. До сих пор бытует вот это мнение в интернете. Вот смотрите, для того, если у вас мицелий, то есть не мицелий, а субстрат, ну вот поджимает вас время, вам нужно сделать быстрее. После вот таких вот нескольких движений. Солома — это уникальный продукт вообще для посева грибов. Если вот сделать несколько раз вот такую манипуляцию, температура вот этого субстрата будет иметь где-то приблизительно 26-27 градусов. Этого абсолютно достаточно для посева. Вот она абсолютно уже остыла. Если у вас нет ощущения, например, вот я как поступаю, если у вас нет еще интуитивного ощущения, какой должна быть температура, а в резиновых перчатках вы этого не чувствуете, то я делаю следующим образом. Мы пробуем это на открытом месте, где-то на коже. И уже то, что мы попробовали, это мы, естественно, выбрасываем, потому что этот субстрат уже будет инфицирован. То есть о каких-то там технических средствах это все детский лепет наужать. Если он будет там заигрываться в какие-то термометры, термометр будет мешать, он может разбиться. И ни в коем случае не посоветую никому использовать никакие ртутные материалы в этом процессе. Потому что если у вас произойдет случайность, когда этот термометр разобьется с ртутью в субстрате, вам придется ее выбросить. А если вы сделаете какой-то посев ну, с таким материалом, то вы сделаете преступление. И теперь вот у нас получилось уже полный фактический блок. Он имеет одну определенную плотность. Как эту плотность определить, если вы садите в какую-то альтернативную тару, то определить вот этот момент, какой плотности должен этот блок, фактически невозможно. Поэтому, если вы впервые делаете вот такую посадку, то лучше всего закажите стандартный мешок 40×80. Сделайте вот 1, 2, 3 посева. После этого взвесьте вот этот блок и... Если у вас получается приблизительно 9,5 килограмм, то вы все сделали правильно. Если у вас получается 10. Меньше или больше, то вы сделали что-то неправильно. Значит, это все исправите. Дальше смотрите. Этот блок выставляется на
какую-то поверхность. Сразу к этому моменту у нас должна быть готова стяжечка. И теперь делаем следующим образом. Мы уплотняем этот блок. Нам нужно, чтобы вещество уплотнело. Уплотнялось. То есть для этого нельзя закрывать полностью вот этот момент, потому что если я сейчас сделаю вот давление, то этот блок разорвется вдоль. Поэтому мы делаем следующим образом. Оставляем место для того, чтобы вышел воздух. И просто вот его дожимаем, вот этот лишний воздух. Дальше делаем вот следующим образом. Нужно дождаться блок уплотнения вещества. Да. Нужно, чтобы вещество уплотнело. Уплотнялось. Теперь делаем вот такую вещь. Стяжечку вот эту затягиваем. Ну и обычно я делаю следующим образом, что этот блок, который, да, он более плотный будет внизу, более рыхлый будет вверху. Для того, чтобы нам равномерно распределить вот это все пространство, мы его сразу оборачиваем другим образом. Если вы делаете это впервые или у вас разные сорта, сделайте здесь какую-то маркировку. Если этого не нужно, то дальше вот этот блок отправляется на склад готовой продукции. Не забывайте, что в процессе посева после каждой такой манипуляции, то есть не обязательно каждой, но через некоторое время, то есть при посеве 2-3 блоков нужно обработать, опять же таки, перчатки, обрабатываемые 0,75% лизоформином. Этот препарат дает абсолютное качество. Вот сейчас обратите внимание, что дело мастера боится. В процессе, получается, вот этих 400 грамм, которые были отвешены для посадки этого блока, у меня которое, некоторое количество даже осталось. То есть это уже такой профессиональный. Ну и дальше все заключается в следующем. Делаем следующий блок, и все пошло тем же макаром. Пани Машум Скул поздравляет всех с Новым Годом, желает всего самого лучшего. И к новым свершениям, к новым моментам там выращивания. Развивайтесь, изучайтесь. Да, покупайте какие-то вот маточники, покупайте какие-то агаровые среды и развивайтесь в этом направлении. Так. Желаю всем всего самого лучшего, всего хорошего времени. С вами был Макс Алер. Всего самого лучшего. Обработка. Чик. А, и куда?